Какое заболевание почек незаметно убивает человека? Почему вставать ночью в туалет опасно для здоровья? При каких симптомах нужно срочно бежать к врачу? Можно ли полноценно жить, если у вас одна почка? Это и многое другое вы узнаете в нашей программе. Нет, у меня никогда не было проблем. Оно все вот началось прям лавинообразно. Никогда я не страдала почками. Двое детей у меня, нормально все родила. У меня это началось год назад. Отеки пошли и высокое давление. Начала обследоваться, делали анализы и увидели, что у меня проблема с почками. Изначально я попала в больницу после осложнения, после ангины было. И уже тогда поставили хронический пилонефрит. В дальнейшем как-то, лечение было, в принципе, достаточно простым. Вроде бы оно выполнялось, вроде бы нет. Мне было 12, как бы не до этого немного. Вот. Поэтому в 15 лет я уже собралась поступать в институт физкультуры. Хотела на спорт идти. Но не прошла медкомиссию в связи с тем, что там обнаружили уже более серьезное заболевание, положили в больницу, поставили гломерулонефрит. Обе пациентки попали в больницу, когда болезнь была запущена, но никто не догадывался об этом. Почки – молчаливый орган, они не болят, не подают никаких тревожных сигналов. Симптомы возникают уже на поздних стадиях, когда требуется серьезное медицинское вмешательство. Хроническая болезнь почек в настоящее время занимает 6-е место среди учащающихся причин смерти. 850 миллионов людей во всем мире страдают от различных заболеваний почек. Хроническая болезнь почек приводит почти к 2,5 миллионам смертей в год. Большинство людей думают, что их почки отвечают только за выработку мочи. На самом деле почки выполняют гораздо более важные функции. Избыток жидкости и токсинов, накапливающихся в результате процессов обмена веществ, выводится из организма, фильтруясь вместе с мочой. Кроме того, почками регулируется кислотно-щелочной баланс, позволяя предотвратить избыточную кислотность крови. Почки также играют важную роль в регуляции артериального давления, вырабатывая гормоны. Гормоны почек контролируют выработку клеток крови в костном мозге. Почки также влияют на количество кальция в крови и выработку витамина D. Здоровые почки очищают кровь около 300 раз за сутки. Это означает, что в среднем 1500 литров крови проходит через почки каждый день. Наш край мало чем отличается от общероссийской и мировой статистики. На первом месте, конечно, самые специфические заболевания почечные – хронические гломерулонефриты. Евгений Гердель – главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий нефрологическим отделением номер 2 в краевой клинической больнице номер 1. Почка в меру своих возможностей и сил, гигантских возможностей, она находится в состоянии компенсации. И при декомпенсации функции наступает следующий шаг – это утрата функции. Это называется хроническая почечная недостаточность. Наша задача – выявлять пациента на том уровне, когда еще заболевание почек можно приостановить, можно купировать, можно вернуть в стадию компенсации, когда еще не запустился механизм прогрессирования почечной недостаточности. Моей дочке с рождения только одна почка. Насколько это опасно? Конечно, эта ситуация связана с повышенным риском каких-либо почечных страданий, заболеваний. Поэтому, зная это, слава богу, что это выяснено уже в раннем возрасте, нужно так складывать жизнь ребенку, чтобы оградить от каких-то нагрузок на эту почку.
Вот. Но если это девочка, тут встанет вопрос, конечно же, о такой нагрузке, как вынашивание беременности и роды. Там будет нужна, конечно, консультация нефролога для оценки функции почек. Когда нужно идти к урологу, а когда к нефрологу? Кто дает направление? Уролог и нефролог не являются врачами первого контакта. Врач первого контакта – это врач участковой амбулатории, участковой поликлиники, это какой-то врач производства. Он должен решать, к какому доктору надо направить пациента. С учетом дефицита именно специальности нефролог, отсутствия не только специалистов, но вообще штатно-должностных ставок нефрологии в каких-то стационарах там, первого-второго уровня, в амбулаториях, зачастую их роль нефролога выполняют урологи. То есть все, что подозревается с почками, все направляется к урологу. Вот если говорить в общем, уролог – это оперирующий врач. Если проблема почек связана с необходимостью операции – это уролог. Что делать, если ваши почки отказали? Как спортивное питание может спровоцировать болезнь почек? Почему при высоком давлении необходимо немедленно проверить эти органы? Смотрите далее. Сегодня в стационаре краевой клиники номер 1 работает один из крупнейших государственных диализных центров России. Здесь представлены уникальные методы лечения почки. Запас прочности этого органа довольно высок, но злоупотреблять им нельзя. Для своевременного выявления заболевания есть только один способ – клинико-лабораторные исследования, определяющие показатели креатинина в плазме крови. Вот только несколько лет назад, когда Екатерина уже имела серьезное заболевание почек, не было такого высокого уровня диагностики. Да и собственное равнодушие и неумение прислушиваться к звоночкам, которые подает организм, привели к трагедии. И если спасти почки не удается, если пациент обратился к врачу слишком поздно, тогда есть всего два пути. У меня идет усыхание почек, шло. То есть они отказали полностью, усохли к какому-то моменту. То есть этот процесс уже был максимально, насколько было возможно, достаточно долгое время поддерживался в ремиссии, вплоть до 22 лет. Вот. В 22 уже я попала на гемодиализ полностью с отказом двух почек. Гемодиализ, его еще называют искусственной почкой, и это правда. Здесь сейчас происходит жизненно важная процедура для пациента. Его почки не могут выполнять свои функции, за них это делает аппарат. Очищает кровь от токсинов. Вот смотрите, кровь идет по этим трубочкам, проходит очистку в этом фильтре и возвращается в организм к пациенту. Больной лежит вот так 4-5 часов, 3 раза в неделю. Пропускать гемодиализ ни в коем случае нельзя, это очень опасно для жизни. Вся жизнь пациента теперь зависит от гемодиализа. Нельзя уезжать надолго и далеко от диализных центров. Пациентка Екатерина 8 лет проходила эти процедуры, а Татьяна проходит гемодиализ в данный момент. Ну, вообще, мне здесь очень нравится. Очень нравится. Я вот это самое, центр недавно открыли, я тут 4-ю процедуру всего прохожу, и уже для себя вывод я сделала. Вот отношение к пациентам очень хорошее, персонал квалифицированный. Наше отделение открыто 27 марта 2019 года. Ну, надо отметить, что это отделение, государственное отделение, которое входит в состав государственного учреждения краевой клинической больницы. Это современное отделение, которое имеет новейшую аппаратуру. Вот у нас имеется 21 аппарат искусственная почка. Эти аппараты рассчитаны на работу с пациентами в 3 смены. Пациенты, которым поставили диагноз почечная недостаточность, вот хроническая болезнь почки 5-й стадии, это та стадия, когда лечение уже проводить невозможно. Почки погибли. Поэтому и создан гемодиализ,
который дает возможность продлить пациентам жизнь в наше современное время на долгие-долгие года. У нас есть пациенты, которые прожили 24 года на гемодиализе, и 19 лет. Это пациенты, которые растят своих детей, определяют их в жизни, дожидаются внуков. У меня в почках камни. Такая же беда была у моей мамы и бабушки. Значит ли это, что дочь столкнется с этими проблемами? Какой должна быть профилактика? Это значит, что у данного, генетического ареала имеется предрасположенность к камнеобразованию. Задача мамы и бабушки, чтобы дочку не подвергнуть тем же страданиям, выяснить на себе, что это за камни. Камни бывают совершенно различного химического состава, и они зависят от разных совершенно причин. Выяснив и поняв, что за камни у данной женщины, ее мамы, они, может быть, с помощью простейшей диеты могут оградить дочку от тоже появления камней. У сына пищевая аллергия на некоторые продукты. Опасно ли это для почек? Наличие какой-то аллергии вызывает необходимость выполнения вот того самого объема обследования скринингового, о котором мы поговорили. Посмотреть количество белка в моче, сделать УЗИ почек и посмотреть, не вызваны ли аллергические изменения, может быть, еще и сопутствующими патологиями. Сейчас злободневным становятся проблемы почечные, ассоциированные с какими-то диетами, с спортивным питанием, в кавычках спортивным питанием, когда неграмотный прием каких-либо препаратов, особенно с открытием дверей в Китай, в Азию, хлынули потоки оттуда без русифицированных названий каких-то китайских трав с целью коррекции фигуры, похудеть, набрать мышечную массу. Вот это тоже стало теперь значимой проблемой. Оно является агентом, который запускает механизм почек, прогрессирование почечной недостаточности, иногда неуправляемой. Многие почечные заболевания, они проявляются повышением давления. И, как правило, молодые люди, они не чувствуют этих цифр давления. То есть с достаточно высокими цифрами человек может ходить, не зная об этом. Сосуды почек, они одни из самых таких нетерпимых к высокому давлению. Почему вставать ночью в туалет опасно для здоровья? Какие обычные симптомы могут говорить о неправильной работе почек? Сколько на самом деле нужно пить воды? И как пережить трансплантацию почки? Смотрите далее. Как часто вы вставали ночью в туалет? Обычно при страдании, когда почка начинает, какие-то проблемы у нее начинаются, она первое, что теряет, это теряет циркадный ритм. Она не понимает, где день, где ночь. И иногда 2-3 раза без видимых причин, без водной нагрузки, человек встает в туалет. Кого это беспокоит? Да практически никого. Нет понимания, что это ненормально. Человек должен в своей жизни всегда иметь 7-8-5, у кого как режим работы, нормальный сон. Этот сон не должен прерываться ничем. Если этот сон прерывается какими-то несвойственными физиологии ночной человеку мотивами, походами в туалет или еще чем-то, нужно, конечно, заинтересоваться, почему это так. То ли это стрессовость какая-то, то ли это почка. То есть это звонок, требующий обследования. Есть еще звоночек, на который нужно обратить внимание. Отеки на ногах по вечерам, когда мы приходим с работы. Возможно, мы устали, много ходили или переели соленого. Мы всегда находим оправдание. Но нужно проследить, как часто это бывает. Возможно, пора обратиться к врачу. Мы живем в Краснодарском крае, где последние года температура воздуха достигает иногда до 50 градусов на солнце.
Еще в 1903 году в Англии физиологи экспериментальным путем установили, что за 16 часов человек может выделить с потом около 19 литров жидкости. Поэтому говорить о том, сколько пить, очень тяжело. Нужно говорить о том, сколько должно быть мочи. Мочи должно быть 1,5 литра, ну плюс-минус какие-то нюансы. Что нужно выпить, что нужно съесть, чтобы добыть эти 1,5 литра, ну, в широчайших рамках зависит от условий нахождения данного человека. Да. Если человек работает в поле, в жаре, то для достижения мочи 1,5 литра в сутки ему, наверное, надо выпить 5-6 литров. Но очень важно помнить, с потом мы теряем соли в организме, и обычная очищенная вода из кулера не может восполнить наши потребности в полезных веществах. Поэтому не забываем в жаркие дни пить столовую минеральную воду. У меня левая почка опущена, а правая в норме. Никаких проблем со здоровьем не чувствую. Сильно не отражает истинное положение дел, по крайней мере, нефроптоз, да, так называется это опущение почки. Это является показанием консультации уролога к некоторым не совсем сложным обследованиям в виде специальных рентгенографических исследований и к решению вопроса, необходимо ли эту почку вернуть на место, так называемая операция нефропексия. Вот, еще раз извините, урологи, что я занимаю вашу нишу. Вот, потому что опущение почек, оно само по себе не совсем безобидно. Нарушается мочеотток, нарушается кровоснабжение почки. Это может запустить механизм почечных болезней, который даже потом, вернув почку на место, уже этот механизм будет течь автономно. Если у меня проблемы с почками, могу ли я заниматься спортом? Просто не мыслю себя без физических тренировок. Физкультуры можно. Под понятием спорт мы понимаем спорт высоких достижений, да, быстрее, выше, сильнее. Здоровая физкультура, здоровая физическая нагрузка вкупе с правильным рациональным режимом дня и хорошим питанием могут улучшить функцию почки. Но спорт предельных нагрузок, спорт каких-то достижений, рекордов при болезни почки не показан. Кроме диализа есть еще второй выход, чтобы спасти пациенту жизнь. Трансплантация почки – наиболее адекватный вид заместительной почечной терапии. Мы возродили трансплантацию в 2009 году. На данный момент выполнено более 419 или 18, боюсь соврать, операций. В крае наблюдается большое количество, больше около 460-450 человек, потому что есть люди, трансплантированные почки вне Краснодарского края, но так сложилось, что служба, которая может им помочь и которая мониторирует, вот она находится только у нас. Но с гордостью скажу, что из тех женщин молодых, которые трансплантировали почки, 6 человек выносили и родили детей. Вполне нормальных, вполне здоровых, живущих своей жизнью, приносящих радость маме, как бы папе и всем остальным. Вот это уровень адаптации человека после трансплантации почки. Екатерина решилась на трансплантацию почки, и вот уже 9 лет ей не приходится проходить процедуру гемодиализа. Гемодиализ – достаточно сложная процедура, частенько болезненная. Связано с ней очень много дискомфорта внутреннего и внешнего. Поэтому, я думаю, ну мне сложно было находиться на гемодиализе, хотя очень многим, наоборот, не хотелось идти на трансплантацию на самом деле. И да, пока шел разговор о том, что начинается в Краснодаре трансплантации, очень много это обсуждалось в кругу гемодиализников. Вот, и многие говорили, что нет, я не хочу. Понятно, что пожизненно идут препараты иммуносупрессии. Но это на самом деле не сравнить с тем, что приходится постоянно ездить на гемодиализ, ты привязан. Ты привязан, ты не можешь никуда выехать. Ограничение полное в еде, в жидкости, потому что я, например, очень люблю воду. Теперь Екатерина внимательно относится к своему организму, прислушивается к симптомам и всем своим друзьям и близким говорит о профилактике здоровья.
И вот главные советы нефрологов, как сохранить здоровье почек. Не терпите при позывах в туалет сами и следите за детьми, которые могут стесняться попроситься в незнакомой обстановке. Подумайте трижды перед началом употребления биологически активных добавок и препаратов для снижения веса, сомнительного спортивного питания. Посоветуйтесь с врачом, настолько ли вам нужно идеальное тело, если для очистки крови потом придется подключаться к диализному аппарату и проходить его пожизненно. Не занимайтесь самолечением. Многие безобидные препараты, антибиотики при малейшем отклонении от инструкции могут безвозвратно снизить функцию почек. Следите за своим артериальным давлением, ночными походами в туалет, отеками на лице и ногах. Резерв почечной ткани настолько гигантский, даже если ваши почки практически не работают, но хотя бы 20% ткани остались здоровыми, то по анализам крови можно ничего не понять, и врач не увидит патологии. Если вы заметили какие-то звоночки в организме и те симптомы, о которых мы говорили в программе, немедленно обращайтесь к терапевту, а он уже выдаст вам направление к нефрологу, и вы сможете пройти все специфические анализы и УЗИ почек. Заботиться о себе очень важно. Берегите себя и будьте здоровы!